смотри, какую я книгу нашел. Она я очень дорогая. Я со своими книгами. Я хочу на вечеринку. Ты просто посмотри, пожалуйста. Тема сегодняшней лекции – философия жизни. Жизнь – это гонка. Если не бежать быстрее других, тебя обгонят. Даже чтобы родиться, необходимо обогнать 300 миллионов сперматозоидов. Ну что ж, Устрик, обогнал 300 миллионов сперматозоидов? А теперь расскажи нам, что такое жизнь? В общем плане, это особый способ бытия организма, который существует в нашей окружающей среде и воспроизводит. А вот и наш чемпион вернулся. Ну что, откуда на сей раз медаль привез? Был на чемпионате мира, все медали мои. И девчонки тоже мои. Красава. Ну чё, Шустрик, сегодня мы научим тебя, как нужно отжигать. Вот так всегда. Приходишь на пары, а там разгильдяи, сидящие в телефонах. Девчонки, совершенно не интересующиеся учебой. Они красуются перед парнями и обсуждают проблемы личной жизни. Ну и, конечно же, заучки, которые ничего не видят, кроме своих книг. Каждый из них смотрит на все в одной плоскости, а жизнь, она ведь многогранна. Все 5 лет ты учишь их не только профессиональным навыкам, но и пытаешься воспитать их целостную, разностороннюю личность. Ведь только тогда придет успех. И галстук, галстук свой убери. Я читал, девочкам нравится, когда галстука нет. Все, давай, давай. Куда? Я к Альберту Аристарховичу. Документики. Побыстрее. Танечка, тут к Альберту Аристарховичу пришел Георгий Константинович Жуков. Сейчас посмотрю. Да, пропускай. Держите, проходите. Да,
Альберт Аристархович, к вам Георгий Константинович. Припустите. Здравствуйте, Альберт Александрович. Ой, Аристархович. Здравствуйте. Извините, я к вам пришел собеседовать. Садитесь, расскажитесь. Спасибо большое. Так, значит, начну с того, что я окончил Гродненский государственный университет имени Анны Купалы в 2010 году по специальности архитектора. Работал в английской строительной компании. Гринлайн называется. И стажировался 3 года в Америке. Ну, это все, что я хотел вам рассказать. Георгий Константинович? Это я. Вы закончили Гродненский государственный в 2010 году? Да, да. Знаете, во времена моего студенчества мне преподаватель говорила: жизнь — это гонка, и если не бежать быстрее других, то вас обгонят. Даже чтобы родиться, ты должен обогнать 300 грамм сперматозоидов? Шустрик! Алик, привет! Как я рад тебя видеть! Да. Альберт Аристархович, можно? Да. Подпишите, пожалуйста, инвестиционный транш. Конечно. Здесь. Настюша? Шустрик? Мама? Я покушал. Хорошо. Какая же ты стала красавица. Вот видишь, я всего добилась и без тебя. Теперь работаю у Алика в строительном холдинге. Главный финансовый менеджер, между прочим. Как же быстро летит время. Вот помню, только недавно были с тобой студенты. А ты помнишь, как ты танцевала? Ну, конечно, помню. Как такое забыть? What do you wanna do, baby? Where do you wanna go? I take you to the moon, baby. После этого танца я понял, что ты любовь всей моей жизни. А ты променял меня на свою Америку! Англию. Да какая вообще к черту разница?
Господи, успокойся! Охрана! Жора? Грома? Как я рад тебя видеть! Привет! А мы-то думали, что ты уже навсегда уехал! Нет. А наш-то разгильдяй, вон как поднялся, какой строительный бизнес открыл. И про друзей не забыл. А я-то тут, между прочим, начальник службы безопасности. Вот бы меня здесь привели на работу. С таким большим опытом, конечно. В смысле почему? Мы все были такими разными. Поступление стало для нас новым и очень важным этапом в жизни. Здесь мы радовались и плакали, встречались, влюблялись и расходились, спотыкались и поднимались. Но благодаря университету мы стали теми, кем мы должны были стать. Хорошими людьми, отличными друзьями и, конечно же, знатоками своего дела. Jump!